Дети с детства, лишенные родительской заботы и любви, домашнего уюта и тепла, обретают свое жилье. По инициативе губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на территории Кубани активно работает программа «Чужих детей не бывает», которая предусмотрена обеспечение особой категории детей жильем. В 2013 году на эти цели в крае выделено 2 миллиарда 600 тысяч рублей. 19 новоселов обрели долгожданное жилье в доме номер 26 на Собсехском шоссе. Мэр Анапы Сергей Сергеев лично поздравил новоселов и торжественно вручил ключи от квартир. Я хочу пожелать, чтобы те квартиры, которые вы сегодня получите, были стартом у вас для новой жизни. Рожайте детей, воспитывайте их. И хочу вам сказать такую вещь, которую не говорил ни разу. Пусть ваши дети не повторят вашу судьбу. Не дай вам Бог. Вот воспитывайте и относитесь к ним так, как бы вы хотели, чтобы к вам относились в прошлом ваши родители, близкие, бабушки и дедушки. Почетное право перерезать красную ленту предоставили Сергею Сергееву, председателю Совета депутатов муниципального образования город-курорт Анапа Леониду Кочетову и счастливой обладательнице новой квартиры Елизавете Калинчук. Гости и новые жильцы осмотрели свои апартаменты. Квартиры, предоставленные администрацией Анапы, уже оснащены самым необходимым. Проведено электро- и водоснабжение, отопление, готова внутренняя отделка, поставлены металлопластиковые окна, металлические входные двери и деревянные внутриквартирные. В каждой кухне кухонная плита, оборудованы ванные комнаты. Сынок, с ним селяться будем, жить. Ключики. Да, не да? Очень довольны, очень рады. Большое спасибо государству нашему. Екатерина Макеева ждала свое жилье с 2010 года, и, наконец-то, мечта осуществилась. Девушка уже сейчас думает о том, какой будет ее новая квартира. Куча всяких мыслей, фантазий, пока только положительные эмоции, пока не хочется думать о быте. Новоселы получили квартиры в новом строящемся районе Анапы. Рядом находится торгово-развлекательный центр и прямо напротив дома большой новый детский сад. До конца года новоселье справит еще 10 анапчан. В 2014 году обеспечение муниципальным жильем детей, оставшихся без попечения родителей, продолжится. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.